Студентские билеты бутылишка с мыльными бурбалками у якости пропуску на массовое катание. Отзначить свято у Лядовый палац пришли студенты 4 ВНУ Гомеля. Инициаторами незвычайной акции выступили активисты БРСМ. Это сплочение молодежи Гомельщины, это их объединение, это общение между ними, ну и, естественно, хорошее времяпрепровождение, естественно, агитация здорового образа жизни, ведь катание на коньках, так или иначе, это спорт. Незадолго до этого в официальных группах БРСМ у социальных сетках были размещены опытания. Молодым людям пропоновалось проголосовать за любой вариант святкования Дня студента. А кроме катания на коньках, на выбор были массовый поход у кинотеатр, фотоконкурсы в режиме онлайн и многое иншее. И все ж большесть отдала свои голосы за свято на люди. Каб стать его удельником, треба было подать заявку секретару первичной организации своего университета и прохопить с собой добрый настрой. А вось умение стоять на коньках зусим не обовязково. Я узнал из социальных сетей, раньше не катался на коньках, поэтому решил попробовать, тем более такая акция «День студента». Взял мыльные пузыри, собрал друзей и пошел на лед. Яркой кропкой свята стал флешмоб. Юные фигуристы выстроились на люди в форме вялизного сердца и заховали этот момент на фото. До речи, мешчальность арены Лядового палаца 150 человек. И в этот вечер она была целиком заполненная. Таки поспех акции примусил организаторов задуматься над тем, как подобным чином День студента святковать каждый год. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».